Сегодня начинается опять наше путешествие в кемпинг. Поедем с автодомом, палатки не берем, потому что холодно. Я к путешествию готов. Всем покажу, все расскажу. Время 19 часов 45 минут. Заняли места согласно купленным билетам. Поход в ночь. За бортом плюс 11 градусов. Заехали на водопой заправить автодом водичкой. Только что прошел сильный ливень. Опять стало сыро, грязно, мокро. Но будем надеяться, что, может, в выходные в кемпинге не будет дождя. Хотя, по прогнозу, обещали. Остановочка на трассе. Уже стемнело, ночь. А ехать еще далеко. Всем доброе утро. Проснулись, сюда приехали уже около часа ночи. Пока установили наш автодом, сегодня уже поднялись. Завели генератор, на ночь нагрели хорошо. Сейчас будем разводить костер. Сюда заехали в кемпинг. Ночью было 3 градуса тепла, сейчас 5 градусов. Пошел немножко до рыбешек, еще принесу. Вон там озеро. Какая-то рябь идет. Никого не видно. Ни одной души. Насос. Воду качать. А вот и дрова. Вот у нас уже и костер. Зажгли. Сейчас мы как нажарим сосисок. А чай кипятится на газовой плите. Только встал, блин, птичка у меня булку утащила. Только встаю, она опять хочет еще. Уже ждет, сидит. Ручку открой. Вкусно покушали, накормили птичек, своровали у меня булку. Сейчас решил прогуляться до озера, посмотреть. Там такая тишина, гладь. Ни одного человека не видно, народа. Вообще. Кемпинг Five Like. Сколько раз мы уже здесь ночевали. Много. Ох, какая тишина.
Можно даже половить щучку. Но здесь мелкая щука. Five mile like. Ох, какая красота! Посмотрите, тишина! А совсем недавно люди еще здесь купались. Эх, картинка, просто сказка. И мы здесь одни. Все желто. Над горой туман. Отражение красивое. Не знаю, можно попробовать, конечно, покидать спиннинг. Какая щука попадет. Но мы, наверное, поедем на другое озеро.
сейчас мы опять приехали на рыбалку, на озеро, к этому домику. Попробуем сначала здесь. Здесь с мостика ловили крупную щуку. Немножко постоим, а потом до другого озера доедем. И мои будут плавать на каяке, а я с берега ловить. Приехали к этому озеру. Тут какой-то насос стоит. Пожарный, что ли, не пойму. И ветер. Значит, на каяках поплавать. Я буду с берега. Плавать не хочу. Только хотел сказать, погода разгулялась. Противный ветер. Все, мои люди поплыли на двух каяках на рыбалку за щукой. Знают какое-то место хорошее вот около того берега. Туда и поплыли. Там ловили много-много рыбы. Посмотрим, что сегодня получится. А я буду с берега ловить. Хорошо летит. Но не клюет. Далеко. А тут белка около берега. Но щука в прошлый раз прямо под берегом брала. Тут такие водоросли были, трава. Прямо в этой траве ходили. А сегодня уже во втором месте, на втором озере, и пока пусто. О. Пока ничего.
Я увидел, сядь, у меня уже поймал большую щуку. Первая. Только приплыл, считай, чуть не первый заброс. У дочери пока не вижу. Под тем, под самым берегом, кажется. А там и ветра нет, волн нет, тишина. Ветер сюда идет. О, вторую тянет щуку. Ну, пошла, все, пошла. А в горах уже солнце. Вон на той стороне. Ну ладно, на той стороне солнце. Сейчас тучка пройдет, и у нас тоже будет солнышко. Ну ладно, поставить надо другую блесну. Покидаю еще. Опять туча надвигается. Ну вот, а я впервые один пообщался с полицейским. Подъехал, проверил у меня лицензию. Немножко как-то поговорили. Все окей. Пожал руку и поехал дальше, к тому, к первому озеру, где мы были. И все это с улыбкой на лице, такой добродушный, все нормально. Все окей. Хорошие в Канаде люди и полицейские в том числе. Ну вот, съездили на рыбалку, наловили рыбы опять много. Погода плохая, тучи такие сильные, облака и ветер. Пришлось на комбинезон сверху даже курточку одеть. Всем пока-пока. Привет. А вот по дороге еще одна остановочка на следующем озере. Там еще лодочка стоит какая-то. Здесь мы еще не пробовали рыбу ловить. Какой-то буйок. А зачем он тут? Непонятно. Там водоросли мелко, наверное. Мелко. Ну, когда-нибудь, может быть, остановимся, попробуем. Подходит к завершению наш первый день, проведенный в кемпинге. Хорошо поужинали, опять покормили птичек. Смелые едят прямо с руки. Дождик много раз сегодня начинал. Дойду до озера. Сегодня днем приехали люди с машинами, с автодомами. Мы-то ночью вообще одни ночевали. Вон, щуку поймали. Поймали щуку. Вот уже и вечер. Скоро наступит ночь. А в нашем доме тепло, генератор крутит. Начинает холодать. Сегодня обещают ночью плюс 1 градус. Но нас это совсем не пугает. Нам тепло.
вкусная кукуруза. Остатки. Наелись попкорна, хлеба, печенья. Ай, как вкусно. Белых орехов у меня нет. Что за белка не ест печенье? Белка прям под дедом была. А дед? А деда не видел. Да, видел. Вот уже и заканчивается третий день, проведенный в кемпинге. Хороший был обед. Приготовили рыбу, пожарили. Сегодня дождик, целый день с утра. Скоро домой, решили сегодня пораньше немножко выехать. Все равно погода плохая. Здесь на рыбалку не пошли. И никуда не хочется ехать. Все люди разъехались. И мы остались пока одни во всем кемпинге. Горит костер. Туманный дождливый день. И холодно. Ночью было всего 1 градус тепла. Решил еще один раз дойти до озера. Дождик моросит. Five milli like. Полюбуемся еще на красоту. Называется
ехали на кемпинг. Без кинжет не дают покоя вообще. Накормили белочек, птичек. А тут еще и дятел прилетел, колотит дерево. Вот и подошел наш день в кемпинге. Все складываемся, все убираемся. Все уже сложено. Костер догорает. Ну, кемпинг до следующего раза. Легко все забирается по горе, это просто капец. Полуотвесная гора, а он по ней спокойненько так поднимается. Угу. Все, можем ехать? У него ж 4 ВД. А, ну да, у него ж не 2 ВД, как у нас. Он не РВДшный, он 4 ВДшный, да? Он же полный привет. Эй! Он тебя испугался, все. Ладно, пойдем. Там машина, мне надо отъехать, все, я поехал. Ну все, посмотрели на медведя, что? Свет, ну сколько ты будешь мне рассказать? Они тоже